Чем стать, машинистом или банкиром, а может быть поваром? С таким вопросом сталкивается практически каждый школьник. А чтобы помочь с выбором профессии, профессиональный колледж Московия провел профориентацию. Педагоги и студенты познакомили школьников с разными специальностями своего образовательного учреждения, а также рассказали о обучении в целом. Это мероприятие стало традиционным. 4-й год подряд мы проводим данное мероприятие в черте города Видное. Раньше у нас данное мероприятие проходило в кинотеатре «Искра», но сегодня мы с радостью проводим данное мероприятие в Доме культуры. На этой выставке в профессии можно было наглядно увидеть, чем студенты занимаются на своих факультетах. Например, повара показали свой небольшой мастер-класс по изготовлению холодных закусок. Очень требуются специалисты, высококвалифицированные в нашей области. Поэтому мы разнопланово обучаем детей, чтобы они могли найти себе достойную работу за хорошую оплату. Профессиональный колледж Московия сотрудничает с аэропортом Домодедово, а также многими авиакомпаниями, например, такими как S7 или Уральские авиалинии, которые предоставляют студентам дальнейшее трудоустройство. У Марка Шумихина большой интерес в этой сфере вызвала профессия диспетчера. Это, так сказать, увлекательное и ответственное дело, к которому надо подходить самому. Это меня интересует. Заранее задуматься о своей будущей профессии решила и Алина Дилова. Я пришла на сегодняшнее мероприятие, потому что как бы я иду в 8 класс, и так как в следующем классе 9, я не знаю, как определиться в жизни, оставаться или идти куда-то в другую направленность. Благодаря плодотворной работе педагогов и учеников у большинства школьников возникло желание пройти обучение в профессиональном колледже Московия. Уже совсем скоро он распахнет свои двери для новых студентов. Но для начала нужно успешно сдать экзамены. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.